Я очень-очень-очень вас люблю. А кого я люблю больше всех? Детей я люблю, они чистые, с ними хорошо, для них большая часть. И именно для них есть Орион. Игрушки и приспособы, все для них. Картинку вы видите? Так вот сюда. Ну что ж, сейчас мы с вами побываем в прекрасном месте. Территория игрушек Орион. Вот я, хоть мне и 13 лет, но все равно у меня осталась любовь к разным игрушкам. Когда у человека есть часть жизни, это дети. Вот кого любить надо, вот кого обожать нужно. А это директор магазина Орион. Он делает все для вас. Школьникам осталось доучиться один месяц. И также сейчас будут праздники, будем мы все отдыхать. Вы можете сюда прийти, купить себе волейбольный мяч, баскетбольный мяч или же футбольный мяч. И вот все вот эти каникулы можете с друзьями на футбольных полях играть, волейбол играть. Вообще, тут есть, грубо говоря, все виды игр вы можете здесь найти. Я не докатываю, но вы должны видеть каждый месяц новинки. И уж не зарастет народная тропа в магазин игрушек «Орион». Вот вы видите сейчас водяные пистолеты, вотерпампы вроде как так называются. У нас летом предстоит, мне кажется, жаркое лето, потому что весной уже плюс 30 что ли было. И вы можете ездить на озера, в бассейны, вот куда хотите, и взять какой-нибудь из... Тут есть и вот такой маленький пистолетик, есть и вот такой огромный. Или вот, например, вот такая штука, туда в воду засовываешь, и ты стреляешь прям очень мощно. Вы можете взять несколько штучек и поиграть со своими друзьями или же родителями. Во как! Вспоминаю из детства. Раз в месяц читал «Моделист-конструктор». Так вот, менялись там части новые каждый месяц. А раз вы не в состоянии покупать, ну для того, чтобы читать, раз в месяц магазин «Орион» дарит вам новинки. Вот такая тема. А для наших любимых коллекционеров, которые очень любят разные коллекционные фигурки, вы можете тут найти всякие фигурки из игры FNAF. Это популярная игра, кстати, да, у нее множество частей. Или же фигурки из разных фильмов, например, вот «Трансформеры» или «Спайдермен». Ну, вся линейка Marvel, здесь вы можете всех персонажей найти. Сейчас вы можете увидеть огромное количество разных машинок. Тут есть и спортивные полицейские, и вот, например, вот такие военные машинки. Они стоят вообще 220 рублей, очень дешево. Вы просто вот посмотрите, сколько тут этого количества. Еще вот за оператором есть также большое количество этих игрушек. Вы можете прийти... Взять хоть 2, хоть 3, хоть 10, хоть сколько. Просто с такой дешевой ценой вы можете взять столько, чтобы ваш ребенок игрался целыми днями с ними. Вот как раз мы дошли до самого, наверное, интересного в жизни ребенка. Это разные оружия, пистолеты, вот, например, вот такого. Он многоразовый, стреляет, как я понимаю, несколькими пульками сразу. Также для всего этого есть патроны. Вот есть вот такой громаднейший набор, тут вам хоть на 100-200 тысяч выстрелов хватит. Вот очень крутые эти оружия, стоят от 2000 до 1600 рублей. Также есть и поменьше оружия, они стоят намного меньше. Вы можете вот прийти и купите какое-нибудь ружье своему ребенку под вашу цену. Но самое главное – это соблюдать меры предосторожности. Не стрелять в никого и в свои, конечно же, глаза не стрелять. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Дайте просто землю по минимальной стоимости. Сделаем и покажем, и уменьшим стоимость. Как оно? Ну как? Ну что ж, я еще раз повторюсь, то что у нас сейчас остался месяц до лета. Наверное, многие поехали в разные лагеря. Вот в Орионе есть отдельный набор, где вы можете купить множество настольных игр. Например, вот «Мафия», как по мне, самая лучшая «Мафия Вегас». Я в нее лично играл в школе с друзьями. Она мне очень сильно понравилась.
Или же вот «Монополия Россия», или же «Обычная монополия». Это игра, где вы должны сохранять свои сбережения в виде денег игральных. Вот это самые, наверное, качественные модели, которые здесь есть. Тут вот старшее поколение, наверное, помнит, в магазинах продавались вот такие модельки. Они там очень дорого стоили. Вот здесь вы можете увидеть 320 рублей цена. Это ну просто так мало, вы не представляете. Также здесь для детей есть другие модельки, например, геликов, той же самой Lamborghini, Range Rover'ов. Тут вот, ну самое главное, это с ними очень аккуратно обращаться, потому что может, наверное, развалиться, но качество, я думаю, очень хорошее здесь. Под конец мы решили дойти до наших всеми любимых девочек. Они должны быть, так скажем, в будущем, наверное, домохозяйками, уметь развлекаться с будущими ихними детьми. Из-за этого в Орионе есть большая возможность купить себе куклу. Вот это, наверное, самая большая кукла, которая здесь есть. Вот покупаете, и у вас ваша дочка будет с ней играться, прям вообще не расстанется с ней. Также здесь есть вот наборчик с бисером, как я понимаю, где ребенок может вязать себе разные украшения, там сережки, браслетики. Мне, кстати, они на такое раз дарили, это очень сложно, я видел, как их шьют. Ну вот, надо будет учиться, да. Вариант-то достаточно прост. Дешев и нужен. Он, кстати, есть в Белоруссии. 4 ребенка, хата или дом бесплатен. Ну а для детей лучше Ориона просто нет. На всех. Качественных игрушек за малость денег есть всегда. Сейчас мы как раз и заканчиваем это все. Вот, как по мне, это было просто превосходно. Я вспомнил свое детство. Также вы можете приехать, набрать своему ребенку игрушек, чтобы он не забывал свои ощущения из детства и всегда их помнил.